Вышли на старт. Ученики Веры Моргунова и Николая Моргунова. К сожалению, упала партнерша после тройного тулупа. На мелодии Бернстайна. Выступают фигуристы, и поэтому костюмы такие ковбойского типа. Мотивами. Исполнилось 1 февраля Светлане. Партнер опытный, он вообще по профессии тренер. Ему 24 года. Дело в том, что в Минске не очень хорошие условия сейчас для подготовки фигуристов. И, в общем, как бы мастерство этой пары растет медленно, на мой взгляд. Хотя... Ирина, мне кажется, что ты способные ребята. Ну, ребята способные, учесть, что они не так давно вместе выступают. Еще 2 года назад Каплун выступал в паре за Италию. Да, но он там катался, не помню, как звали девочку, Андрелла ее, да, фамилия была. Марта Андрелла, да, я вспомнил, Марта Андрелла. Он работал там официантом, я об этой истории как-то рассказывал, действительно. Ну, вообще приятно появление пары из Беларуси. Я сама много работала в Минске, и очень жалко, что сейчас там сложно. И со льдом, и с условиями. И работает с ними уже моя ученица Верочка. Но я могу сказать, что я встречал здесь президента Федерации Игоря Железовского. Помните такого знаменитого нашего пенькобежца? Он в какой-то момент немножко высоко относился к фигуристам, к белорусским, к их возможностям, но вот как-то общими усилиями нам все время мы пытаемся его переубедить, и похоже, что получается. Игорь сейчас с большим уважением относится и считает, что действительно, да, вот для того, чтобы все-таки выросло фигурное катание в Беларуси, нужны условия, и он старается сейчас помогать. Ну, а я бы со своей стороны, знаете, что отметил еще? Что, в общем, белорусское фигурное катание, оно, по сути говоря, ну, как бы должно родиться заново. Оно рождается. Рождается. И поэтому, конечно же, это тяжелый. Представители Украины были в сборной Советского Союза или стран СНГ, то это практически рождение.
Ну, эти немецкие судья дают 9 место, все остальные 18, 17 и даже 21 американский арбитр. Ну, поэтому их и 9, как я говорю. Каждый вправе высказать свое мнение.